Рядом со мной Инесса Гробман и Игорь Шутов. До сих пор многие считают их похитителями. Инесса, вы готовы сегодня рассказать всю правду об этом похищении? Да, готова. Эта программа – единственная надежда на спасение моей семьи. У меня хотят забрать самое дорогое моих детей. И кто мои же собственные родители? Папа очень влиятельный человек. И помогите, пожалуйста. Давайте попробуем разобраться в прямом эфире. 12 февраля Москву облетела страшная новость. В Тушинском районе похищены сестры Шутовы. Саша 7 и Настя 11 лет. Прямо у школы неизвестные мужчина и женщина затолкали их в машину. Очевидцы рассказывали, что девочки вырывались и кричали: «Отпустите, нам надо в школу». Тем не менее, всем было понятно, что похитители детям люди не чужие. Но дедушка и бабушка девочек подали заявление в полицию о похищении детей. Тысячи людей искали школьниц. Была задействована полиция, уголовный розыск, волонтеры. Предполагали самое страшное, ждали звонка с требованием о выкупе. Но вскоре раздался совсем другой звонок. Инесс, объясните, пожалуйста, почему вам пришлось похищать собственных детей? 12 февраля, просто до этого, позвонили мы разными путями, разными уже, что мы только не делали. Мы пытались выйти на родителей. Это уже длится 2 года. Мы хотели забрать детей. Меня не пускают ни на территорию дома. Это вы говорите о ваших собственных родителях? Да, это мои родители. О вашем отце и матери? Да. Я ходила в школу. Школа всячески открещивается, выгоняет меня оттуда. Когда Санька ходила в садик меня не пускали. А как дети оказались не у вас, а у ваших родителей? И почему? Почему? Мы жили в Якутске, и мама подошла к нам и говорит, еще в Якутске холодно, образование не то. Давайте все-таки девчонок, давайте к нам. Девчонки. Они уже жили в Москве. Они жили в Москве, да. Угу. Давайте к нам. Все-таки образование, все-таки и погода, и кружки. И мы это понимали прекрасно. И мы отправили, отправили Настю туда. Первую мы отправили Настю. А сколько Насте было, когда вы ее отправили? Настя в первый класс пошла в Москве. Вот. Потом... С чего вдруг, Инесс, конфликт это? Вот самое главное, с чего вдруг началась ситуация, которая привела к сегодняшнему дню? Если вы нам говорите, что вы мирно 2 года назад общались на тему, да, что давай отправим... Да. Отправим детей в Москву, там им будет лучше, это абсолютно нормально, это абсолютно понятно, да. И вы, как хорошая мама, естественно, дали согласие, и, наверное, так сказать, в перспективе должны были приезжать и общаться и так далее. На каком этапе вдруг произошла ситуация, которая привела к сегодняшнему дню? Когда я вышла замуж. За Игоря? За Игоря. Угу. А Игорь у нас кто? Муж мой. Вот. То есть он не отец детей? Нет, он отец детей Насти и Саши. Этих двух девочек. Я не понимаю. Вы говорите 2 года этой ситуации, когда они ехали в Москву, а детям уже, соответственно, там 7 и 11. Вы вышли замуж. Когда? А проблемы начались? Проблемы начались тогда, когда я вышла замуж. Нет, проблема это, может быть, там зять потенциальный не нравился, это, так сказать, бывают такие. Я имею в виду вот с детьми, потому что я так понимаю, что 2 года назад это был мирный разговор. Что давай мы когда заберем вы их отправили детей в Москву. Да, когда вы их отправили. У нас Настя пошла в первый класс сюда. Да. Ну, я говорю, это же мирно, по обоюдному согласию решался вопрос. Ну, объясните мне, конфликты-то когда начались? То, что зять не нравился, это ладно. Да, это... потом я приехала в Москву. Бывают такие вещи. Вот когда, скажите, Инесс, когда вас перестали пускать к детям? Когда вам запретили с ними общаться? И в связи с чем? Мне никто ничего не объяснял, просто. И вы даже не догадываетесь. Когда это произошло? Когда Игорь приехал в Москву уже. Потому что я жила у родителей, было все хорошо, было все замечательно. Но только объявился Игорь, все, начались... Объявился, то есть приехал в Москву? Приехал в Москву, да. Нелюбимый зять. Нелюбимый зять приехал в Москву, и после этого... Да. А вы с Игорем вместе жили у ваших родителей? Нет, я жила одна. Отдельно? Да, отдельно я жила... А Игорь где жил в это время, пока вы жили с детьми и со своими родителями в Москве? Мы были в Владивостоке.
Не, вы были во Владивостоке, да. Инесса была с родителями в Москве. Да. Да. Было все хорошо, было все замечательно. Сколько лет вы прожили с родителями и с детьми в Москве без Игоря? Без Игоря. Почти год. Вы вот. А когда Игорь приехал, начались проблемы. Вот, да, я в разводе. Вы в разводе? Да, я в разводе. Вы просто здесь не лукавьте, потому что если вы хотите помощи от... Да, я... Инесс, вы сейчас в разводе с Игорем. Да, я Потому что я, когда жила у родителей здесь, в Москве уже, у нас состоялся разговор. Ну, папа богатый, влиятельный человек, и мама, он сказал, что... Будет у тебя наследство, там такой разговор был, они сказали, долго говорить, короче, чтобы взять предложил... не претендовал, да, чтобы взять не претендовал на наследство, он все заберет, И вы, собственно, юридически развелись, да? Развелись и предали Игоря. Ну, хотя ваше наследство, это все равно ваше наследство, муж даже зарегистрированный к этому отношению не имел. А кто у вас еще есть? Сестра. И после этого все, вот только... Мы развелись, и после этого у меня начались проблемы. Меня сразу всякими путями выгнали из дома. Нелогично. С нелюбимым зятем вы развелись, и начались проблемы. Вы же развелись, вы выполнили все условия, которые... Не выполнила, да. Вы работали. За что же все-таки выгнали тогда, если все условия вы выполнили? Извините, у вас есть еще дети? У меня есть, у меня еще трое детей. Трое детей? Да. От этого человека? Нет. Так, вот про это еще расскажите. От другого брака? Да, от другого брака. От одного или двух? От трех. Одного. Да. От одного брака. Трое. Это предыдущий зять, он был... А где те трое детей? Трое тогда? Детей жили, у родителей тоже жили. Тоже в Москве? Тоже все в Москве здесь. Да. И пятеро жили тут. Да, да. Последнее время, да. Но они старшие, да? Сколько им лет? Сейчас, Екатерин, сколько лет этим детям старшим? Сыну 25 лет, дочке 20 лет. Ага. И Алине 15 лет, и Насте 11, Саше 7. Угу. Извините, То есть вы пытались забрать только младших детей? Нет, мы как до этого было все хорошо у нас. Угу. Вообще все было замечательно. Потом меня лишили на Алину материнских прав. Почему? Кто? Отец, мой первый муж, который... Не видел Алину, он живет в другом городе, он живет в Якутске. Так. Он дал маме доверенность и лишили меня. Мама лишила вас родительских прав? Первый муж мой лишил меня на Алину родительских прав. Ну, с воздуха тоже же не могут лишить. Какая причина-то? Как можно лишить? Просто не помогают, сказали. А? Просто вы не помогаете? Да. Да нет, такого не может быть. Да. Просто не помогает, должны и так не бывает. Да. Какое-то заключение органов опеки. Понимаете, есть определенная статья 69 Семейного кодекса, где четко все записано, в связи с какими обстоятельствами родители могут быть лишены родительских прав. Мы ходили в органы опеки. Два года мы ходили в органы опеки до этого. Скажите, какая формулировка судебного решения, скажите? Не помогает, что злостное невыполнение материнских обязанностей, да, оказание психического воздействия. Нет, что? Просто. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что предыдущим вашим мужем ваш отец и ваша мама, они были довольны? Да. То есть их все устраивало? Да. Да. И правильно ли я понимаю, что ваши родители помогали вот в этой процедуре лишения вас родительских прав? Конечно, помогали, мама. Очень, очень сильно помогали. Мы ходили в органы опеки, мы до этого ходили. Вы это кто? Вы? И мы с Игорем ходили, да. Угу. Для нас двери были закрыты. Вот ситуация. Я пришла по делам несовершеннолетних, сидела комиссия. Я пришла, комиссия говорит, это вот эта женщина? Они говорят, да, так она нормальная. Все, можете идти, они мне сказали. Мы разговаривали с Кукушкиным, это бывший муниципалитет, вот начальник муниципалитета. Он сказал, я вам даю слово мужика, все нормально, все замечательно. Ольга Николаевна, специалист по опеке, она тоже говорила, нет оснований, прокуратура говорила, нет никаких оснований. Так что же тогда не давала, почему? Почему отбирают детей? Отбирают все просто.
Есть первое заседание суда, есть второе, они маму не могут найти. На первое заседание суда я даже не знала, хотя все знали мой телефон и все. На первое заседание суда меня вообще... Ну хорошо, на втором вы были, Инесса. Да, я была. Ну так почему же, если вы слышите в свой адрес какие-то обвинения, почему вы не опровергаете их? Бабушка и дедушка, никакие крутые подарки не могут заменить родительской любви и опеки. То есть так или иначе, это была отчаянная попытка воссоединиться с семьей, со своими детьми. Конечно, потом органы опеки. Инесса, скажите, а где вы сейчас работаете? Где вы живете? Вот вы сейчас хотите забрать своих двух девочек, да? Почему бабушка с дедушкой препятствуют? На самом деле, это ваше законное право жить со своими детьми. Конечно. Все это мы узнаем уже совсем скоро. Итак, 12 февраля в Тушинском районе Москвы прямо у школы похищены две несовершеннолетние девочки, сестры Шутовы. Их искали тысячи людей. Были задействованы сотрудники всех оперативных служб. Но уже через несколько дней выяснилось, что никакого похищения не было. Девочек забрали их собственные родители, которые, кстати, не лишены родительских прав. Что говорят о ситуации дедушка Саши и Насти и сами девочки? Мы в прямом эфире. Два громких похищения в один день. Сегодня в прямом эфире пытаемся понять, почему в обоих случаях похитители требуют одного и того же – оградить их от родителей тиранов. 12 февраля около школы похитили сестер Шутовых. Вскоре выяснилось, что детей забрали их собственные родители, потому что бабушка с дедушкой, у которых девочки жили, запрещали им видеться с матерью. У Инессы Гробман пятеро детей, все они живут с дедушкой и бабушкой. Инесса считает, что ее отец, Франц Гробман, влиятельный человек, в прошлом министр в Якутии, пользуется своим положением и не любит, когда идут против его воли. Инессу уже лишили родительских прав на среднюю дочь Алину от первого брака. Замуж за отца девочки Инессу заставили выйти родители. Но жить с нелюбимым она не захотела. Развелась и вышла замуж за простого парня Игоря Шутова. Родители были категорически против этого брака и поставили ей условия – либо Игорь, либо дети. Инесса вынуждена была развестись. Но и это не помогло. Ее все равно выгнали из родительского дома, а маленькие Саша и Настя остались с бабушкой и дедушкой. Несчастную мать близко не подпускали к детям, даже не разрешали разговаривать по телефону. Тогда Инесса с Игорем решили забрать девочек к себе. Я хочу, чтобы к нашему разговору присоединился старший сын Игоря Шутова, Эдуард. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы общаетесь с семьей нынешней вашей папы? И с Инессой, и с девочками? Да. Но они мне звонят очень часто. То есть мы общаемся по телефону. Отец долго не живет с нами. Как вы думаете, почему им пришлось похищать девочек? Да я понятия даже не имею, почему. Но вы знаете о том, как складывались отношения вашего папы с отцом Инессы? Ну, честно, нет. Я когда гостил, да, то есть очень, ну, довольно часто приезжал в гости к отцу, то есть я и старших видел, и Алину, и Ксюшу вместе, то есть они жили когда. Но вы понимаете, за что так не взлюбил отец Инессы вашего отца? Нет. Ну, знаете, видимо, отец Инессы взял на себя функцию управления не только своей судьбой, но и судьбой своей дочери и своих внуков. И здесь в этой истории крайне важно поддержать Инессу, поскольку ее пытаются не только лишить детей, но сейчас уже лишить свободы, потому что, видите, как вопрос идет, похищение, да? А дальше что будет? А дальше попытаются, не дай бог, лишить жизни и так далее. Поэтому, конечно, нужно поддержать эту историю. Мы когда девочек забрали, дочерей, Настю с Сашей, на меня вышел следователь, по-моему, следователь. Он сказал: я хочу вам помочь. Давайте я к вам приеду, мы пожмем руки и все. Мы стояли возле дома, он сказал: я даю слово офицера, с вами ничего не будет, вам ничего не угрожает. Я говорю: хорошо. Мы стояли возле дома, приехали две машины опергруппы, и машина с ОМОНом приехала.
Нет, Инесс, давайте я вам проясню ситуацию. Значит, если вы сами говорите, и мы понимаем, что дедушка не совсем простой человек, даже тот факт, что сегодня возбуждено уголовное дело не абы каким органом, а Следственным комитетом Российской Федерации, конечно, они могут заниматься по своему выбору любым составом преступления, но вы понимаете, не дай бог не похитили, так сказать, детей или внуков первых лиц государства, поэтому это не очень их уровень. Но вы должны понимать, что в данном случае дедушкины стремления, они направлены не на то, чтобы, так сказать, вас посадить, пардон, да, и привлечь к уголовной ответственности, а чтобы вернуть любимых внуков. Ну, знаете, это не поэтому, подождите, они хотят... Хороший способ вернуть любимых внуков. Я договорю. А я бы вам так же напомнил. Дайте, пожалуйста, очень я, коротко, вам, Екатерин, я вас не перебивала. Екатерин, значит, статья «Похищение не работает на родителей, не лишенных родительских прав». Конечно. Это вам на будущее. Это что в отношении... Если бы было все так просто, уголовное бы дело было возбуждено не по факту похищения, а в отношении вас, потому что абсолютно 100% сегодня доказанный факт, и вы сами это не оспариваете, что вы сами забрали... Спасибо большое. Сейчас, Сергей Игоревич, уголовное дело и возбуждено было по факту, потому что изначально было непонятно, кто похитил детей, поэтому СКР России начал этим заниматься. Сейчас я думаю, что это уголовное дело будет сойдет на нет и будет закрыто за отсутствием состава преступления. Я имею в виду, что я и начала эту речь для того, чтобы они не волновались. Вам, извините, руки крутить никто не будет. Вы максимум, может быть, привлечено к участию в деле в качестве свидетеля. Спасибо большое. Когда машина ОМОНа была? В чем отдел-то? Вот мы видим, когда машина ОМОНа пришла. К вам были претензии? Они уже знали, что вы родители. Почему? Мы, почему вот смотрите, это уже это все знали. Это было на вот второй видите, день. Мы когда сели в машину, нет, подождите, подождите. Они уже знали, что это родители. Они, с ними не общались. Подождите, нет, они, не ОМОН и следователи не понимали, кто на другом конце провода. Конечно. Поэтому, скорее всего, так и было. Что касается преследования вас по этому уголовному делу. Я здесь Игоря поддержу. Однозначно, вы родители, вы имели право. А меня? Но раз они живут у бабушки с дедушкой, вы набрали своего отца и сказали, я забрала детей. Да набрали я, или я думаю, что дедушка знал изначально о том, нет, они, я так понимаю, позвонили брал, Сергею никто. Воропаеву. Сергей, вам раздался первый звонок от МС, правильно? Да, абсолютно верно. Действительно, мы с самого первого... В самые первые минуты начали поиски. Гражданская аварийная связь начала мониторила канал бедствия и безопасности. Уже спустя 15 минут после того, как машина отъехала от школы со Сходинской 35 от школы номер 114, нам по каналу связи попала эта информация. Мы приняли решение собрать оперативную группу и прорабатывали этот вопрос. Но на связь вышла сама Инесса с вами. Нет, 12 часов мы прорабатывали, мы через социальные сети работали, мы работали по цепочке с волонтерами, с участниками дорожного движения. Более 1500 человек было в этом задействовано. Звонок раздался звонок, от кого? Мы позвонили самостоятельно. Сами позвонили. Да. У вас появились подозрения, что это родители? Нам просто передали номер телефона, и мы прорабатывали все понятно. Варианты. Что цепочке, вам сказали, вот, когда вы позвонили? Взяла трубку Инна непосредственно и сказала, что... Я спросил, кто это. Ага. Она сказала, это мама. Она очень волновалась, у нее дрожал голос. Я говорю, а что случилось? Я говорю, ну, у меня, естественно, были обоснованные сомнения. Рядом со мной сидел психолог, также сидел оперативник. Вот. Что сказала Инесса? Инесса сказала, что я забрала своих детей. Я именно это полностью. То есть она вам призналась? Да, сразу. Сразу же. И потом прислала вот этот видеоролик. Ну, она рассказала, я стал задавать вопросы, чтобы выяснить, что действительно она. Попросил к телефону девочек, удостоверился, что это действительно девочки, что они в той школе учатся, с ними переговорил. С дедушкой вы общались? Конечно, безусловно. Что есть, дедушка, что ну, он говорил? Дело в том, что, ну, я думаю, что он изначально знал о том, где находятся дети. Как раз вот давайте мы сейчас, да, Сергей, я думаю, ответит. Так я все-таки что он говорил? То есть я пытался всячески связаться и с Алиной, с дочкой. С дедушкой вы разговаривали, да, что нам он говорил? Нам не давали номера телефона, и мы уже нашли своими методами. Я позвонил Францу Хомичу и сказал, что я хотел вам сообщить, что мы нашли ваших внучек. Нет, до этого нормально. Вы с ним разговаривали, до того, когда вы нет, нашли? Нет, нам не давали нет, не телефоны. Ну все. Кристин, вы разговаривали с дедушкой девочек и отцом Инессы. Они даже потом... Что он рассказывал? Да, мы разговаривали с Францем Гробманом. Он рассказывал, что воспитывал девочек 5 лет, Настю и Сашу, и что когда они еще жили в Якутске, старшие дети, Алина и Ксюша, тоже сбегали к ним, к бабушке с дедушкой. Мы не беремся судить, это слова дедушки. Угу.
Сбегали? Он как-то это объяснял, почему это происходило? Говорили, что дети их больше любят. Это только его слова. Ну, дети их больше любят. Так решил, он не их папа, но он всего лишь дедушка. Давайте послушаем, что мама, говорит Франц Громан. Мама, наоборот, всегда говорила, девчонки всегда были... Первое, что у нас, это самое, конечно, что украли родители. Первое, мы сразу с папой. Напряжение. Да, сразу. 10 там. Да, никаких вопросов нет. Похищение, ничего. Никаких вопросов нет. Мы тоже это понимаем, уже 5 лет так идет. Ольга, человек властный. Судя по всему. Да, вот, все-таки он маниакально держится, это видно, что с ним не просто разговаривать. Инесс, но вы знаете, помимо того, что все-таки у вас не квалифицировано уголовное дело, и все вас поддерживают, меня как психолога удивляет, каким варварским способом вы забрали детей, потому что все равно акт насилия над детьми был. Вот вы плачете, а представьте себе, девчонок ни с того ни с сего запихивают в машину. 2 дня... Не, ну мы же не знаем, что их запихивают. Откуда такая информация? Это все, да. Да. А почему, конечно, что они кричали и говорили, что мы не хотим? Вот давайте послушаем, что говорят очевидцы похищения. Их встретили двое, женщина и мужчина. Тогда они силой их втащили в машину, что девчонки кричат: «Помогите, спасите, нам надо в школу», вот в таком роде. Так мы дергали двери, мы открывали, мы пытались как бы их забрать оттуда. Инесс, я сразу почему сказала, кричали «спасите»? Когда берут. Когда подошли к нам, мы девчонок посадили, девочек в машину, дочерей, да, мы их посадили, подошла женщина, говорит: «Настя, пойдем в школу, Настя, пойдем в школу». И она смотрела дверь, мы с ней вот так разговаривали, я говорю: «Я мама ихняя, я мама». Она это сразу... Скажите просто, а вы ни разу в школе здесь не были, в этой? Были, мы в школе были, нас директор школы нас не пускала никаким образом. Охрана нас не пускала. Угу. Домой меня охрана не пускала. Я целую ночь просидела в подъезде. Я там прописана. Я вызвала милицию. Милиция сказала: «Разбирайтесь сами». Я целую ночь, чтобы увидеть детей, просидела в подъезде. Мне сын подошел. Вы понимаете, вы когда такие вещи говорите, ну я вот, честно говоря, это все не представляю. Вы знаете, если мне нужно будет добраться до своего ребенка, я сквозь стену пройду. Можно подождать. Ну вот, собственно, она и пробила стену. Это такой, знаете, уже общеизвестный факт, как Яна Рудковская сигала через забор из колючей проволоки. Екатерина, а здесь через забор не сигала, она посадила их в машину и увезла. До этого, что договорились. Мы тоже сигали. Я сигала. Как можно? Если в школе... Вы понимаете, он привык командовать. Говорю, послушайте, пожалуйста, я он говорю... Он офицер, вы понимаете, он привык командовать этим всем. Он дочь уже измучил, вы понимаете, внучки, я так зачем понимаю, они кричите? Тоже я будут послушайте. Только за... Спокойно, чтобы жить женщина. С родителями. А, кстати, девочки, как они? Вот вы, когда их посадили в машину, они обрадовались, они сначала спросили: «Мы в школу поедем?» Угу. А мы в школу пойдем? Мы говорим: «Конечно, пойдем. Сейчас мы поговорим и пойдем». И все, потом буквально через 20-30 минут стало все нормально. Но они сначала не то, что они были напуганы. Да, они не за бабушки с дедушкой, что их оттуда забирают. Нет. А как нормальные ученицы, да, они она просто сказала: «Мы в школу пойдем», нет. И все. Она единственная сказала: «Мам, у нас английская сказка, и мне не надо ее прогуливать». Ну правильно, я же об этом и говорю. И меня студия здесь не поняла. Я не говорю о сквозь стену насильственным способом. Я говорю о том, что если преподавательский состав, охрана не пускает, а вы на это имеете, подождите секундочку, законное право, то под лежачий камень вода не течет. Если бы вы захотели, мама вы прошли туда, разговаривали с директором, ну, вот мама захотела, по мирному способу, вот это все директор было. Позвала бы девочку. Это все было, это все. Вот вы рассказываете... Но так или иначе, сейчас Инесса рядом с девочками, они рядом с ней. Я хочу пригласить главных героинь этого семейного триллера к нам в студию. Саша и Настя. Двигайся. Иди ко мне. Привет, девчонки. Здравствуйте. Расскажите мне, пожалуйста, как вам все то, что происходило, не страшно было? Ну, не очень. В первом не очень? Ну, так. Но действительно кричали, просили... Спасти? Ну, помочь? Да. А почему растерялись или что? Ну, ведь мама, да, мама когда приехала. Это все произошло неожиданно. Неожиданно? Да. Ну расскажите, а с дедушкой, с бабушкой-то хорошо живется? Да. Да? А с мамой? Тоже.
тоже. Тоже хорошо. Так может быть, вы дедушку попросите, чтобы как-то он с мамой договорился, что вы хотите и с ним быть, и с мамой быть, чтобы все было мирно. Ведь на самом деле вся эта история должна закончиться тем, чтобы детям было комфортно, понимаете? Совершенно верно. Ну что, ты, может быть, к дедушке обратишься? Ну вот как бы я вот только за, чтобы как бы все помирились и все жили вот мы вместе. Ну обратись, скажи к дедушке. Понимаете, ну скажи, какой, а с дедушкой можно помириться? Дети оказываются умнее и гибче. Мудрее. Да. Скажи, с дедушкой можно помириться? Да. Можно? Он добрый? Да? Да. А как ты думаешь, почему вот никак не удается маме с ним договориться? Что мешает? Ну, не знаю. Ну почему он на маму сердится? На маму, на папу? Почему он на них сердится? Как ты считаешь? Ты же большая девочка. Он вам никогда об этом не говорил? Mm-mm. Не объяснял? Mm-mm. Нет. Вы сейчас счастливы, довольны? Ну, как... Не скучаете о дедушке с бабушкой? Ну, как бы да, бывает то, что... Но ну, хотелось бы, чтобы все было мирно. Да. Чтобы все а помирились. А в школу-то куда ходите? И с мамой, и с папой, и с дедушкой, и бабушкой. А скажи, вы не звонили дедушке после того, как вы уже нашлись? Разговаривали с ним по телефону? У вас есть связь с ним? Телефон есть? Нет. С Алиной переписываем. Ну, с Алиной мы переписываемся, с моей сестрой. И с Ксюшей тоже. Так. А где в школу ходите? В школу ходите? Сейчас, видимо, ну, в эту же школу нет. Сейчас нет. Ну, сейчас пока нет. Ну, вроде каникулы, я не знаю. Не ходят пока. Инесса, а почему дедушке не позвонили? Затянулись как-то каникулы, нет? У девочек. Затянулись каникулы, потому что все в розыске, мы просто боимся за свою жизнь. Нету они никакого розыска, ну что вы, успокойтесь уже. Ну, я же с вами разговариваю, сказала, ну это средство массовой информации, так вот называют. Но уже сегодня все тихо. Что разыскивать, если дедушка знает, что он... Может быть, пора позвонить дедушке? И отправить их в школу. А? Инесс, как могут девчонки позвонить дедушке? Инесса, да? Ну, я думаю, что у них сейчас будет на это время. И возможность, я думаю, тоже а у скажи, них появится. Вот если тебя в тот же спросят... день, когда похитили сестер Шутовых, в Москве было совершено еще одно дерзкое похищение из психиатрической больницы. Трое вооруженных молодых людей выкрали девушку. Похититель и его жертва совсем скоро в прямом эфире. Два громких похищения в один день. Сегодня в прямом эфире пытаемся понять, почему в обоих случаях похитители требуют одного и того же – оградить их от родителей тиранов. 12 февраля в Москве около школы родители похитили сестер Шутовых – Настю и Сашу. Последние несколько лет девочки жили у бабушки с дедушкой, которые запрещали сестрам общаться с мамой и папой. Вечером того же дня трое вооруженных молодых людей выкрали 32-летнюю пациентку психиатрической больницы имени Ганушкина. Выяснилось, что налет спланировал 26-летний москвич Антон Бутырин, чтобы забрать оттуда свою беременную невесту, 32-летнюю Анну Павленкову. По словам влюбленных, мать девушки специально поместила Анну в психушку, чтобы разлучить их. Впервые Антон и Анна вышли на связь по скайпу через день после произошедшего и рассказали нам свою историю, а после пошли сдаваться в полицию. Сегодня Антон Бутырин, который похитил свою невесту, и та самая Анна Павленкова в нашей студии. Здравствуйте, ребят. Чувствуете, как вас приветствует очень зал, как родных спасибо. Встречаем. Как героев. Анечка, к вам первый вопрос, конечно же, как ваше самочувствие? Мое самочувствие значительно улучшилось с тех пор, как я покинула стены этого заведения ужасного. Буквально за неделю я отошла, я больше не боюсь, я больше не боюсь за свое здоровье, за здоровье своего ребенка. Антон спас меня и... Мой муж. Я очень благодарна ему за это. Уже муж? Уже расписались? Пока мы только думаем подать заявление в связи с тем, что у меня нет документов, а не у мамы. Мама всячески препятствует нашим взаимоотношениям. Дубликат получите. Ну, да. Но конечно, вы пытались после этого пообщаться с мамой? Я пыталась. Я просила маму не раздувать шумиху в СМИ.
я просила маму оставить в покое меня, потому что я счастлива, и сама просила Антона забрать меня из больницы, потому что за те 10 дней, что я пребывала в больнице, я просто чувствовала, как из меня уходит воля и последние жизненные силы. Mm-hmm. Психотропные лекарства – это страшная вещь. Ты чувствуешь, как тебе становится все равно, лишь бы только тебя забрали из больницы. Но в ответ, когда на просьбу матери, когда я просила ее забрать, я все время думала, что она меня заберет. Но она сказала, пока не устранена будет причина, то есть Антон, пока я его не засажу. И пока пока ты не забудешь о нем, угу. Ты отсюда. Давайте послушаем, что говорит мама Ани. И я положила ее в больницу, не просто так, я положила ее в больницу по знакомству. Только, я ни в коем случае не хотела положить ее ни по какой скорой. Я только добилась того, чтобы ее положили именно в ту больницу, где у нас знакомые, где у нас свои связи, где к ней будет отношение определенное, где я могу заплатить деньги, если надо. Я согласна была на все, только вы ее привели в порядок. Я вызывала врача на дом из больницы, ей выписывали лекарства. Я пыталась ее дома как-то полечить, еще что-то так. И увозили ее, они видели, в каком она находится состоянии. Это ведь не просто так, понимаете, взять вот здорового человека, выпихать в психиатрическую больницу, это все думают, это так легко, знаете, это очень нелегко. На самом деле, вот эти последние фразы вызывают оторопь. Сейчас как раз полиция проверяет знакомых мамы. Да. Да, я хочу сказать, что деньги принимают. Дают объяснение. Как раз это нужно, потому что там знакомые были. Вот она совершенно ответила на все вопросы. Скажите, пожалуйста, вот мама говорит ваша, что вызывали... Какие были предпосылки для такой больницы? Я хочу рассказать о лечении дома. Да, меня лечили именно от любви. А то, что она мне вызывала врача из диспансера, я как послушная дочь пила целый месяц психотропные препараты, которые довели меня до состояния легкого психоза, потому что они влияли на меня очень тяжело. В течение месяца я принимала препараты, которые выписал мне врач ПНД. Но вы же уже беременна. Вы вообще консультировались тогда? О том, что я беременна, я узнала только в клинике, на приеме у гинеколога. Не в клинике, а в психиатрической больнице. Сейчас проводили. Я хочу, Кристин, вы с мамой и с сестрой Ани общались, да? Корреспондент «Комсомольской правды». В ответ на мои... Сейчас, Анечка. Да. Мы общались со старшей сестрой Анны Тамарой, и мнение опять другое. Тамара рассказывает, якобы Анна... стоит на учете в психиатрической клинике с 13 лет и уже 5 раз проходила лечение. Но мама ее и поставила на учет, в общем-то. И она бы еще 10 раз проходила лечение, если бы... Она призналась вам, от чего все-таки пытались излечить? От любви? Я считаю, если вы напишете заявление, если вы этого не сделали, написали. Ну, то есть нужно обязательно привлечь врачей, которые у вас по факту... Мы же понимаем. Убивали. Да, да. Мы же понимаем, что изолировать надо в психиатрическую лечебницу только в том случае, если человек там пытается покончить жизнь самоубийством, что-то с собой сделать, или представляет угрозу обществу. Вот какую угрозу общества может представлять вот эта вот абсолютно симпатичная девушка? Абсолютно Сергей, никакую. Вы занялись практически сразу же в тот же день. Ну, к счастью, удалось, было возбуждено уголовное дело изначально по хулиганству, удалось там найти нарушение в постановлении, прокуратура отменила. То есть сегодня уголовного дела нет. Мы написали заявление в отношении незаконного помещения в психиатрический стационар. Сейчас проводится проверка, но врачи, насколько я знаю, уже руководитель этой клиники дал объяснение, что якобы она туда пришла добровольно. И вот наша задача сейчас не дать вот так вот съехать, потому что принудительное лечение возможно только по решению суда. И сейчас они пытаются уйти от ответственности. Я бы хотел прокомментировать этот момент. Хочу особо отметить, что ее доставили в психиатрическую клинику незаконно, с применением силы и угроз насилия, санитары. То есть ее схватили и сказали, если не поедешь добровольно, мы тебя положим на вязки, на перевозку и отвезем. То есть выбора никто не дал, даже в туалет сходить дома не дали. Это первый момент. Когда ее привезли в психиатрическую клинику, ей просто дали заявление и сказали, пиши заявление о госпитализации по собственному желанию. То есть она его подписала под огромным давлением. И тоже с применением угроз насилия. Потому что ей сказали, не подпишешь, будешь лежать не 3 месяца, а 6 месяцев. Мы тебе сделаем укол галоперидола и положим на вязки. Все. Елена Алексеевна, вы как страшно. Мама не пытались... найти какой-то контакт с мамой Ани. Вы знаете что? Я с этой женщиной контакт даже опасаюсь находить, потому что она, я, конечно, не доктор. Ради будущего детей. Ради будущего. Я пока не могу. Я даже я боюсь за ребят. Вот мои ребята при мне, они в безопасности, они счастливы. Это все, чего я хочу, чтобы их просто сейчас оставили в покое. Вот, они при мне.
Я очень рада за ребят. Ну, как смог, так он ее и забрал из этой клиники. И я еще раз повторюсь, наверное, каждый бы мужчина, себя уважающий, сделал бы на его месте то же самое. Уже как смог, так и забрал. Вот. А с этой... Конечно, в идеале было бы замечательно, чтобы мы были все дружны, веселы, то есть и мама в том числе. Но я, честно говоря, опасаюсь. На сегодняшний день я эту женщину просто боюсь. Хотел бы еще отметить, что мне неоднократно поступали угрозы моей жизни со стороны ее родственника, в частности, со стороны ее матери. Вот, неоднократно она меня избивала на глазах Уани. На глазах, когда вот. Мы хотели отметить Рождество. Слушайте, а чем Рождество? Вы так провинились-то? Такой, ну, не нравится. Нравится. Логичный вопрос, чем провинились? Да, не нравится. Перед мамой я имею в виду. Я, видимо, не пришелся ей по душе. Просто, какая-то антипатия была у нее ко мне. Сейчас, Сергей. Антон, какая-то да. антипатия, возможно, у нее. Я ничего никогда не делал против семьи Анны, тем более против ее матери. Ее мать неоднократно угрожала мне. Однажды все-таки она свою угрозу попыталась воплотить в жизнь. До Антона у Ани был другой молодой человек, и он нравился маме. Все очень просто. Ань, пыталась мама вот так влиять на ваш выбор? Моя мама не просто пыталась влиять на мой выбор раньше. Мы предыдущий молодой человек, в котором я прожила 7 лет, это просто ее принц. И она не вместит никого, кроме него, рядом со мной. Поэтому Антон, даже до того, как она его узнала, уже был ей нелицеприятен. И все, что я рассказывала ей об Антоне, всегда воспринималось в штыки. Она ненавидела его уже тогда. Просто потому, что я ушла от Игоря и стала жить со своим любимым мужем. Я считаю Антона своим мужем. Очень похожие истории, когда Игорь и Антон не пришлись по душе родителям Инессы и Анны. Да. Кирилл, я вот хотел помочь адвокату и этой молодой паре. Если вдруг там правоохранительные органы начнут съезжать, как вы сказали, мы эту ситуацию проконтролируем, мы из генпрокуратуры отработаем. Помощь нужна, потому что, как мы видим, у мамы серьезные связи, и сейчас полиция делает то, что, ну, не хочу никого обвинять, но сейчас руководство этой клиники пытается доказать, что все-таки хулиганство было, и Аня была помещена законно. Ну, мне кажется, таких врачей нужно удалять, как опухоль. Потому что уже по решению, любого другого все-таки человека могут посадить в психиатрическую больницу. По желанию мамы. Родители, мамы, папы, прекращайте вмешиваться в личную жизнь своих детей. Это выбор детей. Вы великолепная пара. Я скажу просто полсекунды. Обычно я говорю о том, что я пережила, что я знаю. Мой дедушка Гриша, это было еще более 100 лет тому назад, рассказывал нам на Дальнем Востоке, кстати, в Владивостоке, что он однажды пришел в сенокоса и смотрит, они на баре наработали, и смотрит, там готовятся, прекрасно, говорит, что-то какой-то будет какой-то пир. Да, а что? Свадьба будет. Он спрашивает дедушка Гриша своего отца. Чья? Он говорит, твоя. На ком? Говорит, на Ульяне. Дедушка Гриша, Ульяна – это дочка этого барина. Дедушка Гриша великолепен, красив, мудр был. Ну, можно было по Боре Хмельницкому, это дед наш, да? Дедушка Гриша говорит, я убежал в поле, лег в сток сена и сутки рыдал. Но тогда нельзя было послушаться родителей. Они с бабушкой Ульяной прожили всю жизнь, но... Дедушка, конечно, жил своей жизнью, как живут Хмельницкие, а бабушка Ульяна, когда я ее увидела в Владивостоке, я никогда не услышала ее голос, она никогда не разгонала, она много детей рожала. Она была согбенная, вот такая униженная женщина. Я прошу прощения, мы уже выходим из эфира, поэтому я хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, давайте уважать выбор своих детей. И, может быть, тогда... Ради внуков и этих самых детей мир в вашу семью вернется. До встречи в прямом эфире. Спасибо большое.